Всем здравствуйте, с вами Алена Полынь, и мы будем делать очень легкий ритуал на черный хлебушек. Мой любимый хлебушек, вообще очень люблю с хлебом и с молоком работать, потому что это те продукты, которые дают быстрый результат у любого человека. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится хлеб и наша любимая солька. Обычный черный хлеб у меня дарнинский, вот такой кусочек обычный совершенно хлеба. Что мы делаем? Мы берем, ломаем обязательно вручную этот кусочек. Достаем примерно из середины куска небольшой кусочек. Кладем на середину ладошки. И здесь начинаем его сминать как пластилин. Мысль наша, когда мы сминаем, это очень важно, что мы чистим наше тело от негативных программ, от болезней, от каких-то зацепок, которые только то, что недавно прицепилось, дорогие мои, то, что давно прицепилось, это только специалист. Вот мы цепи, вот так вот чистим, прицепляем сюда на хлеб весь этот негатив. Вот. Теперь, значит, мы еще второй рукой прижали, пожали, покрутили. То есть у нас получается вот лепешечка какая-то, может быть, кружочек, в зависимости от хлеба, насколько он пластичный. Сделали. С этой мыслью, что сюда мы сгоняем весь негатив. Дальше мы берем соль. Солим хлеб сверху. Как следует солим. Не как будто мы кушать будем. Если бы мы такой кушали, было бы очень солено. А именно сильно-сильно солим. Засаливаем прям хлеб. Засолили. И после этого две ладони соединяем еще раз. У нас получается этот кусок соли уже между рук. И еще раз мысленно сгоняем на него негатив. Хорошо, настройтесь, ни на что не отвлекайтесь, отключите телефон, что вы изгоняете негатив. Болезни, негативные программы, какие-то притыки, которые недавно приткнулись. Отлично, теперь у вас получается две грязных руки, да, с солью и с хлебом. Вытащили этот кусок в пакет, вы его выкинете. Тот хлеб, с которого вы ломали, и сам большой батон, от которого вы отрезали этот хлеб, тоже в пищу не используется. С рук счищается соль с крошками хлеба. И руки обязательно после этого моются по локоть. Весь вот этот состав раскрошенный, кусок, от которого вы открашивали, соляной вот этот кусок, также кусок хлеба, который у вас остался, вы собираете в пакет и сразу обратите на это внимание, не через час, не через полчаса, сразу выносите в мусор. Пакет завязать, вынести в мусор. Что до мусора вы идете? Что с мусорки вы идете? Вы идете молча, ни с кем не разговаривая, ни с кем не здороваясь и так далее, пока не закроете входную дверь. Закрыли, вновь помыли руки, умылись, влажными руками протерли волосы. После этого ритуал завершен. Духом помойки на съедение негатива ничего в данном случае не остается. Делать необходим этот ритуал не в период менструации. Лучше всего такой ритуал работает по субботам. Увидимся.